А сейчас? Что-то надувается? Да, да. Пациент в сознании, каждое движение врача предельно точное и быстрое. Операция по радиочастотной денервации – альтернатива травматичным вмешательствам. Она избавит пациента от боли в позвоночнике. Жадарбек Молдоев работает в Мурманской областной больнице уже 5 лет. Учился в Бишкеке, специализацию получил в Новосибирске, а для работы выбрал крайний север. Говорит, холод не важен, когда рядом самые отзывчивые люди и любимая профессия. Я обожаю просто свою работу, потому что она очень интересна. У нас есть возможность помогать людям, улучшать их качество жизни и вообще спасать жизни, конечно же. Самое основное направление. Нейрохирургия по праву считается одной из самых сложных специальностей. Эти врачи работают с самыми тонкими структурами человека. Ежедневно сталкиваются со случаями, когда после травмы или из-за опухоли люди теряют возможность ходить или говорить. Здесь нужна и скорость реакции, и отвага, но самое главное – желание помогать. Алексей Плясунов, 35 лет в нейрохирургии, спасает самых юных пациентов, что попали в беду. Ну, причины две – травма и врожденные заболевания. К сожалению, мы не можем избавиться от генетических проблем и, соответственно, врожденных заболеваний, требующих последствий нейрохирургической коррекции. В том числе это и относится к опухолям, водянке. Детская нейрохирургия – специальность почетная, требует многих знаний, делится Алексей Борисович. В его руках малыши получают столь важную помощь, а значит и возможность развиваться, жить полноценно. Ребенок уже стал более активный, более жизнерадостный, потому что поступили мы сюда, конечно, не в хорошем состоянии, в более угасшем, таком спокойном. Сейчас ребенок переворачивается, огукать начал. Вот это все благодаря нашему доктору лечащему. Очень благодарен докторам и Владимир Рыбкин. Педагог, кандидат философских наук, он обучал в университете не одно поколение мурманчан. Говорит, болезнь практически лишила его возможности двигаться. Доктор Дмитрий Ретинский выполнил операцию. Операция прошла успешно. Ну, теперь результат. Да? Вчера я прошел 100 шагов. Нет, вру. Это было позавчера 100 шагов. Вчера 200, сегодня 700. Вот, но я имею в виду вот здесь. Вот. Понимаете, это результат очень хорошей работы, потому что, в принципе, основные болевые ощущения ушли. Отзывчивость медсестер, мастерство и поддержка докторов помогают получить лучший результат. Стремиться к нему, чтобы вновь обрести здоровье. Ведь возвращая людям возможность двигаться, говорить, спасая после травм, врачи дарят пациентам новую жизнь. И для них самое большое удовольствие – видеть, как пациенты к жизни возвращаются. Енина Морозова и Даниил Пугачев, ТВ-21+.